Дорогие друзья, мир вам! Время служить Господу, и мы будем прославлять Его великое святое имя. И в книге пророка Осии, 6 глава, 3 стих говорит: «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю». Это великое обетование Господа. Мы сегодня пришли в дом молитвы. Наше сердце, оно желает прославить, и это прекрасно. Есть вещи, которые зависят от нас, но есть то, что зависит от Господа. Когда апостолы были единодушно вместе, вдруг что-то произошло. Дух Божий сошел. Они исполнились Духа Святого, начали говорить иными языками и пророчествовать. Сегодня мы нуждаемся в том, чтобы благодать Божья действовала, чтобы слава Божья сошла. Об этом мы будем петь. Дух Святой, сойди, наполни наши сердца во имя Иисуса. Каждый христианин встречается с трудностями в их жизни. И может даже сегодня кто-то из вас встречает проблему. Может это финансовая проблема с семьей, здоровьем. Но как мы читаем Словом Божие, что Бог всегда готов нам помочь. Как Он сказал Марии, которая плакала возле Его гроба, что Он вышел и сказал: «Не плачь». И так само Он нам хочет сегодня сказать: не плачь. Он простирает руку к нам, чтобы помочь и перенести нас через наши трудности, через трудные времена, и помочь нам с нашими проблемами. И об этом наша следующая песня «Don't You Cry».